Так, вот такое хардкорное выживание у нас вышло. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Так, ну-ка, ну-ка. Так, выключаем программу для монтажа. Надо ком будет потом выключить. Берем камеру себе на руку. Опа, опа. Камеру себе на руку. Комп надо вырубить. Угу. Пойду-ка я, пожалуй, на балкончик схожу. Посмотрю, что там у нас. Ой, что-то дверь мне. Это не закрыто. Вот там у нас пляжик. Правда, снега сейчас много, но вода что-то там не замерзла. Вот. Так, все там нормально. Осторожнее надо быть. Так, пожалуй, схожу к своему соседу. За солью. Эй, сосед! Сосед! Да, иду. Сосед. Иду, подожди. Алло, сосед. Я в жопе. Алло. Да, да, алло, чё ты орёшь-то, я а. Здесь. А, заходи, брат. Привет. Заходи. У тебя ножки соль... вытарай. А. Тут-то ножки вытарай. Вот, соль. Соль есть? Сол, сейчас посмотрим. Сол. Солоны отсюда не хотел сходить, а чё? Я тоже сейчас пойду за продуктами. Что так, только проверю, что надо купить у себя. Давай встречаемся внизу, окей? Давай. Так, а, блин, я же записывал. Всем привет, друзья, с вами я, Русского Дила, и сегодня у нас, так сказать, я переехал уже как месяца два в город жителей. Кто не смотрел видео, как мы с Угольком переехали сюда, просто сейчас Уголька нету, тут другой какой-то сосед к нам подселился, вот. И сегодня, так сказать, я решил сходить за продуктами, надо только посмотреть, чего там не хватает. Так, короче, всего не хватает, надо закупиться по максимуму. Я пошел вниз, пожалуй, там, за машиной за своей. Сосед! А! Я посмотрел, что мне купить надо. Стоп! Сейчас сколько времени? Мне же в 7 часов обещали выдать креатив. О! Надо проверить команду. Ну-ка. Да, реально. Как раз 7 часов. Алло, сосед. Мэр... Да, да. Нам этот, президент, обещал выдать креатив. Тебе выдал он? Я посмотрю. Сейчас. О, да, креатив. Ну, круто, я сейчас спускаюсь. Да. Его... А где магазин? Я просто здесь первый раз. Я тоже. А где мой ГТРчик? Вот он здесь, на парковочке. А, мой... черненький. Сейчас. Тут, я, у, на... я тут у нас не я работают. На а, ну то есть ты не хочешь буду. На креативе. Нет. Сейчас давай надо в магазин будет. Съездить. Ой, тут дыру ой, до сих пор не ой, заделали. Машину заносит. Ну зима, конечно. Тут тоже яму не заделали. Тут что произошло? Боком, смотри, я как... Заваливаю такой боком. Вали, на гелике. На валике. Что, под нами машина пропадает, когда мы едем? Ты чё там? Ты чё? Вот тут магазин недалеко. Я машину взял чисто, чтобы продукты отвезти. Господи, как машину заносит? Бегит! Ты ведь мне машину взорвал! А, это твоя твоя взорвалась машина. Господи, мои вещи! Мой бензин! Да.
Хорошо, что есть креатив, пока нам у не, нас его не забрали. Надо новый ГТРчик себе выдать. Блин, синий. Ладно. Брат, подожди, я до дома слетаю, ладно? А, у тебя же выживалка. Так, я тихо, к магазину подъезжаем. Так, где наш дом? Все. Не логически. А, вот. Все, вот и магазинчик. Ну что? Алло? Эй! Да, сейчас я подлечу. Так, Я просто ключами на новый гитарчик сейчас приеду. Или на танке начну лучше. Блин, придется закупиться самому. Так. Так, я побольше себе свинины, но это готовую я купил, чтобы сегодня вечером как-то покушать. Надо себе побольше. Ну, это самое дорогое брать не буду. Стейка надо, конечно же, взять. Опа, я пока уберу этот бензин, это для ГТРчика. Так, рыбки тоже себе возьму готовой. Ну и побольше этой курятины тоже надо побольше. Как вот так взорвалось, брат? Да это кое-кто в меня въехал, брат. Саран, брат. Блин, тут еще ядовитый картофель у них есть. Так, тушеные грибы. Ну и 2 стака яблок. Овощи-то надо тоже есть. И 2 вот таких вот самых дорогих. Опа. Сейчас пойду положу все. На своей малышке подъехали на танке. Так. Ага, все. По-моему, вот так вот. Так. Ага, все, нормально. Я поеду, пожалуй. Спокойненько. Без излишек. Без исход в этом вашем магазине. Это магазин самообслуживания. Тут с тебя считались деньги. Так, я посмотрю. Ага. Ага, так, ага. Брат. С вот меня за продукты вот списали 156 долларов. Вау. Вот так, так, подъезжаем. Я закупился, с меня сняли 400 долларов. Чё ты там такого купил? Ящик, сиденье шестяное, диван. Ещё я купил себе бензин, немножко, пограть. А, ну ладно. По-моему, так. О, надо сейчас припарковаться. Я вот так, наверное, припаркуюсь. Ой-ой-ой! Опа. Все. Ой-ой-ой-ой, у меня мой ягуар застрял в яме! Опа. Все, наконец-то. Так. Где домик-то? Вот домик наш. Домик. Ты там аккуратней едь. Молодец, рядом припарковался. Так. По-моему, это наш домик. Да, этот. Пойду-ка я, пожалуй. Так, ага, все, можно проходить. Пойду домой, отнесу продукты, а то очень тяжелые. Ой, даже подниматься с трудом. Уай! Даже подниматься с трудом. Фух. Я переехал наконец-то в город жителей. Опа. Осторожненько тут. Тут осторожненько. Эй, сосед, ты где там? А, видимо, не слышит меня уже.
Я на самый верх поднимаюсь. Вот это, по-моему, моя квартира. Ага, моя. Так. Ага, все. Закрыли. Так, холодильник надо. Что у нас скоропорчащееся? Рыба, курица, мясо, вот это все. Все скоропорчащее. Ну, короче, все в холодильник засуну. Даже это. Так, вот тут у меня хранится бензин. Специально. Тут два пустых контейнера. Потом съезжу на заправку, заполню. Ну и этот, так сказать. Все. Ух. Может, я вам покажу свои апартаменты, где я уже живу около 2 месяцев. Чё это мне камеру поставил? Вон он там ходит. Эх, ну что? Эй, сосед! 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 Ой, извиняюсь. У меня что-то с экраном. Сосед! 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 А, видимо, он меня не слышит уже. Ну ладно тогда. Я вам покажу свои апартаменты. Так, это балкончик у меня. Вот тут, это моя спальная комната. Я тут могу на диванчике посидеть. Так, это тут я сценарий пишу. У меня такой, ну, старенький компьютер, без подсветки, без всего. Просто стекло вставил какое-то. Вот, сценарий, ноутбук тоже, если комп с компом что-то, если электричество отключат. Дальше, тут я снимаю видео. Ну, там ванная, не хочу туда идти. Тут у меня оружейная стойка. Ну что там? Не в кого стрелять. Ну ладно тогда. Все. Так, продукты я сложил на кухню. Тут у меня телевизор. Наверное, посмотрю где-то. Когда-нибудь попозже. А там у нас, так сказать, пляж и все такое. Уже время близится к вечеру, уже 7 часов. Он там что-то пишет мне. Ну, это смски он отправляет по телефону. Я тут их, ну, вывел. А, понятно, у него на телефоне зарядка села, поэтому он отключился. А, Бейли, есть. Фух. С такого расстояния спрыгнуть, это очень, так сказать, крипово. Но я-то в креативе, я могу хоть сейчас спрыгнуть. Так, ну-ка. Надо проверить просто. Так. Почему я чат не могу открыть? Странно. Видимо, я переключился, у меня один шанс был на геймод 0. Ой, на геймод 1. Это его машина что-то тут делает. Я поеду покатаюсь по городу, пожалуй. Так. Так. Оп, вот так вот. Опа. Понятно, я забыл бензин. Пусть пока прогревается на том, то, что осталось. Я быстренько сбегаю домой за бензином. Кстати, у нас там, где лесенка, там еще лифт есть. Сейчас попробую на лифте подняться. Так, он, по-моему, вот тут вот. Не, не получится. Так. Ну ладно тогда.
Он там пишет, но у меня зарядка села. Тоже на телефоне. Я вижу его смс, но он меня не слышит, походу. У меня тоже зарядка на телефоне села. Надо сейчас поставить телефон на зарядку. Так. Там, ладно. Так, осторожненько. Поднимаемся ко мне в квартиру. Так. Ага. Телефон. Телефон поставлю на заряд. Ой. Выпал у меня. Так, тут, по-моему, вот сюда вот, да. И схожу я за бензином. Мне надо, потому что он для... Я хочу проэкстремалить сейчас. Очень сильно. А, нет, не туда надо экстремалить. Не, я экстремалить не буду лучше. Хочется, но не буду. Например, прыгать вот так вот. Опа. Опа. Вот так вот спускаемся. Блин, канистры тяжелые. Очень тяжелые. Но я все равно могу бегать. Дивина. И дивина. Они что, братья-строители? Ведь у моего там сейчас, наверное, аккумулятор сядет. Фух. Все. Наконец-то я могу ехать. Что это было? Что это было там? Ладно. Допустим, что это просто мне показалось. Опа! Е! Вот так вот прикольно. Выворачиваем. Выворачиваем. Опа, 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 опа. Опа, опа, опа. Давай, 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 давай. Пойду я как-то по делам. Фух. Ну вот такая вот у меня... О, у меня одна фара только горит. Вот такое видео у меня получилось. Я думаю, то, что вам оно понравилось. Я вам рассказал, как я переехал и что я делаю обычно. Всем спасибо за просмотр. Спасибо, что смотрели. Всем удачи. И всем пока-пока.